Всем доброе утро! Я приехала сейчас на презентацию Герлен и решила начать с этого свой влог. Мы в ресторане Боха, и Наташа Нафи только что сказала, главное, чтобы нас устрицами не кормили. А вот, собственно, Рождество Герлен. Посмотрите на эту красоту. На эти оттенки, на саму палетку, очень красиво. Вообще, произведение искусства всегда у них такие красивые. Метеориты. Да, вот метеоритики, кстати. Очень такие натуральные они, да? Я поняла, что мне надо что-то купить, чтобы поднять себе настроение. Мне очень понравилась эта кофта, именно вот эти вот ее рукавчики и верхняя часть. Но внизу она как-то... Не знаю... 1200 гривен. Мы в Заре, я решила померить такое платьице еще раз. Я его уже мерила в своем шопинг-влоге, хочу его с ботфортами носить. И второй вариант, это такое... У меня вчера целый день был переезд, и мы с Ирой натягали сумок просто вообще. У меня спина раскалывалась, я спала сегодня как мертвая, как убитая просто. Сейчас решила записаться быстренько на маникюр и на педикюр, потому что ноготки у меня растут очень быстро. Записалась в бьюти-рум с девочкой. Я уже закончила, я сделала себе такой непривычный красный маникюр. Вот. Я здесь в бьюти-руме уже не первый раз. Я была здесь у девочек еще, когда они были в маленькой комнатке. Сейчас они открыли вот такой большой салон. Здесь рядышком можно пройти школу обучения маникюра, даже если вы мастер, если вам актуально. Сделала тоже педикюрчик себе такой красненький. Здесь такая комната, когда можно делать вместе маникюр и педикюр. Девочки, я вам очень их советую, если вы в поиске, у них... Супер крутая стерилизация инструментов. Посмотрите, прямо под кутикулу красит, как я обожаю. Я вообще маньяк маникюра и педикюра, и могу вам очень смело советовать. Девочки, молодцы, сейчас я вам покажу поближе студию. Очень важно, когда вы ходите на маникюр, на педикюр, спрашивать, как проводят стерилизацию инструментов, чтобы каждый набор был в отдельном пакетике, чтобы его хорошо обработали, чтобы мастер был в маске, в перчатках, чтобы все инструменты были супер чистые и стерильные. И здесь работают на Люксио, это самый дорогой, мне кажется, на данный момент материал. Посмотрите, какая у них просто палитра. Обалденная на любой цвет и вкус. Здесь можно сразу делать и ручки, и ножки, если вы очень спешите. А также вот в зале есть такие удобные кресла. Я, честно говоря, люблю больше, когда можно по очереди здесь делать, никуда не спешить. У меня просто сейчас этот переезд, и я очень спешу. Комнатка, где проходит вся стерилизация инструментов, где они расфасованы. Хочу сразу к девчонкам записаться перед Новым годом сделать, потому что запись у них очень плотная. Там вызвало же такси. Вообще, я очень довольна. Просто супер. Вот у них есть свой инстаграм, можете на него подписаться, посмотреть, выбрать себе какой-то дизайн. И здесь по ссылке, вот Beauty Room, есть прайс. Здесь довольно-таки нормальные цены по сравнению с другими такими хорошими салонами. И сделают здесь намного лучше, чем, например, в Кадырово или в Ручки-ножки, в которые я раньше ходила. Нажимать. Теперь нажми на этот циферблатик. Вот на это, да? И чуть-чуть вправо, да. Эх, попала. Значит, я выкрала у Леры камеру и решила сегодня снимать влог. Смотрите, кто здесь. Так, все. Все, хватит. Дальше цензура, ну ладно. Золотое правило, если идти под машину, то под Range Rover, там, например, под Porsche. Ты, давай пять, блин, шарит, Лера, это только ты такая нераздупленная по жизни. Я видел эту красную девятку. Красную девятку? Да. Да иди быстрее, сейчас собьют. А тут нету зумчика? Есть. Да. Пенный эффект тебе делаю. Что я в расфокусе. Мучает меня адово. Ты на холоде.
Блин, у меня такие синие чары под глазами. Там, кстати, хороший вид на Гулливер. Вадик, под какую машину надо прыгать? Под Range Rover, под Porsche Range Rover. Ну и по что еще? Под Веху какую-то. Хорошую. Да. Ирка, я сейчас под твою. Давай, Ирка, я под тебя возьму. Боже мой, какие новости. Так, алло. Алло. Внимание, внимание, сейчас мы достаем сумку седло. Мы здесь все сидели и думали... Не, не так надо объявлять. Как? На барабане сектор, сумка седло. Мы все здесь сидели и думали, что же такое сумка седло. Вот это сумка седло. Интересно, почему седло? На ней сидеть можно или что? Не, она на седло похожа просто, кстати. Просто она такая прекрасная, что на ней только сидеть можно. Где сумка-седло? Как вам мои сапожки? Шлюшка-наездница. Шлюшка-наездница. Потому что что? Потому что сумка-седло. Влади говорит, бабы не жрем, я фотаю. Салфетку. И сумку на меня. Сюда. Как? А просто повернуть вот так? Я себе заказала диет-стол. Пиши себе лак от Холофлекс. Я сегодня посмотрела твое видео. Да. И мы наконец-то встретились с Дашей. Сейчас заедем, встретимся еще с Наташей, с лауреаткой. Что-то последнее время как-то мало презентаций. Дашуля вообще была у нас в Израиле. Я уже соскучилась за нашей блогерской компанией. Добрый день, добрый день. У нас сегодня, блин, погода просто вообще такая классная, такое солнышко. А мы с соплями. Да. У меня вчера была съемка, я переодевалась на улице бесконечно и заболела. Сейчас надо заехать купить себе дикотилен. Смотрите, какой у нас вид красивый. Такой мост, правда? Страшный, обшарпанный. Страшный, обшарпанный. Ну, вообще просто погода сегодня такая приятная. Мамашка номер один пришла. Злата? Злата, передай привет моим зрителям. Скажи привет. Скажи, Златка, ну не стесняйся. Попробуйте отключиться, все здесь, но вы подключите. Хорошо. Стесняшка. Крошка, все собрались. Привет. У меня сегодня съемка для магазина Космо. Персиковый оттенок, его я буду наносить на область под глазами. Я так редко начала снимать видео, особенно влоги, мне очень стыдно за это. Но у меня реально такое состояние, что я просто не могу это делать постоянно сейчас. Я решила его поднять, сейчас иду на цирк. Ура! Тюк-тюк-тюк. Знаете, когда плохое настроение, нужно делать то, что ты не делаешь обычно. Вот, я написала Лесе, сейчас я надеюсь, я найду этот клуб. Снег выпал. Обожаю это чувство, знаете, когда с утра просыпаешься, а все в снегу, в зимней сказке. Просто кайф. Смотрите, какая здесь переодевалка прикольная. И ключи с помпошками. Все такое розовое для девочек. Я приехала опять на съемку. Жду, пока там ребята снимают. И смотрю ютубчик. Кстати, это один из моих самых любимых блогеров. Это Эйми из блога Song of Style. Обожаю ее смотреть. Очень стильная и очень крутая барышня. Минимум чуть-чуть. Дальше. Хорошо, ладно. Вот. Титаник, давай. Смотри на ту луну. Ага. У меня наконец-то закончилась съемка. Нам вообще на одного человека дают 2 часа. Я сегодня приехала вовремя и ждала еще 2 часа, потому что передо мной кто-то очень долго снимался. Сейчас себя стараюсь загрузить работой просто по максимуму. И это касается не только моего канала, а в принципе каких-то других проектов, над которыми я работаю. То, как происходило раньше, меня абсолютно не устраивает. Я не хочу зацикливаться на том, на чем я зацикливалась раньше. Я думаю, что сейчас все прекрасно понимают, о чем я говорю. Я реально устала, честно, девочки. Меня просто вымотали. И я сейчас буду делать только то, что я хочу,
только о том, как я хочу. Блин, здесь такие стрёмные коридоры, капец, посмотрите, просто бесконечные, как реально в фильме ужасов. Я сюда уже какой день приезжаю, и уже устала от этого. Хотя мне нравится все. Я наконец-то приехала домой, мне пришли две посылки от Веледы, я все не могла их никак забрать. Давайте откроем вместе, посмотрим, что здесь. Класс, чай, боже, я обожаю чаи. И их гранатовая линейка. Так понимаю, это более такие зимние продукты. Веледа, спасибо вам огромное. Я просто Веледу обожаю на самом деле, потому что это органическая косметика. Я люблю пользоваться для тела органикой. Их кремы для рук мои самые любимые. Я обожаю у них молочко для тела. Здесь его нету, но оно очень классное. Также такая маленькая посылочка. Класс. Это рукавички, знаете, для того, чтобы намазаться кремами, подержать руки в них, я так понимаю, что... Бальзамчик для губ. Cold крем. Я, кстати, прошлую зиму всю пользовалась их cold кремом. Он обалденный. Он очень плотный. Я когда ездила в горы, я его с собой брала. Очень хороший продукт. Skin Food крем. Кстати, никогда его не пробовала, но обязательно попробую. Мне было очень интересно. Веледа, спасибо вам огромное. Я вас очень сильно люблю, потому что вы действительно делаете очень-очень качественную косметику. Такую косметику, которую действительно не страшно наносить на свое тело. Хотя и ароматы такие довольно-таки специфические, очень органические, но я уверена в качестве этой продукции. Вот, на этом хочу закончить свой влог. Спасибо, что вы его посмотрели. Спасибо, что были со мной. Девочки, обнимаю вас. Всем пока.